Нью-Йорк – это большой и очень бешеный город. И достаточно пройти по его центру, чтобы это понять. Такой экшен в этом районе города. Я сейчас нахожусь практически в центре Нью-Йорка, недалеко от Таймс-сквер. Я люблю приходить в это место, потому что здесь невероятный экшен. Я всегда мечтал посидеть здесь, на этих красных ступенях. Вот только ради этого вида можно приехать сюда, чтобы посидеть на этих красных ступеньках, подумать о жизни. Подумать о том, чего ты достиг в этой жизни, чего ты достигнешь еще. Это стоит того, чтобы здесь побывать хотя бы один раз. Здесь очень-очень-очень много людей сегодня. Так выглядит подъезд старого дома, старой постройки в Соединенных Штатах Америки. Вот так выглядит здесь подъезд. Лифт, конечно, здесь такой. Открывается сначала дверь. Вот, потом открывается автоматически внутренняя дверь. Вот здесь нажимаем нужный этаж. Эта дверь закрывается внутренняя. И лифт едет дальше. Вот, в лифтах, естественно, камеры видеонаблюдения везде. Также в подъездах во всех, на лестничных площадках. И полностью все
отслеживается здесь для безопасности жильцов. Ну, такая вот здесь система. Дверь закрывается, блокируется, если лифт выезжает. Вот, и вот такой здесь длинный подъезд.